А у нас, понимаете ли, в 80-х годах дискотека полным ходом идет, и к нам пришла, кто бы думал, Анжелика Гурбаш. Я сплю, скажите мне, Сергей. Или мы отправились на машине времени в 80-е, это ничего невообразимое. Волшебный новогодний сон. Я вспомнила свое детство, это так прекрасно, эти очки, эти прически. Боже мой, какие роскошные люди. Прямо кукольные. Какой роскошный у вас галстук. Спасибо, Анжелика большое. Вы знаете, что у нас, между прочим, два праздника? Во-первых, это Новый год. Да что вы говорите? Я открыл тайну. Новый год 80-х или Новый год 2012-го? 2012-го. И главный праздник. Песни года 40 лет. Прямо сейчас нужно поздравить всех. Это самый главный праздник нашей страны. Песни года 40 лет. Друзья мои, господа, дорогие телезрители, песни года 40 лет, я поздравляю вас, это знаменательная дата. Сегодня потрясающий вечер, потрясающее шоу. Сегодня все в счастье, потому что сегодня мы могли увидеть самых легендарных, грандиозных ведущих за 40 лет, которые вели песню года. И в частности вас, Сергей, вы же из 80-х, да? Я верну тот рублей, который обещал. И еще. Великие мэтры нашей эстрады, которые покорили наши сердца сегодня. Это прежде всего София Ротару. Божественнейшая женщина. Иосиф Давыдович Кобзон, Лев Лещенко, конечно же, Эдита Пьеха. И Анжелика Агурбаш! Дискотека, 80-е годы, песня года с юбилеем! Танцуем! Песня не прощается с тобой.